Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Лучше постучаться. Все равно тебе водить. Лунтик, ты водишь? Ладно. Считай до 100 и не подглядывай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У тебя хвост торчит. А так мой торчит. Бежим в другое место, бежим. Я иду искать. Прячемся. Кто не спрятался, я не виноват. У нас ноги торчат. Опусти лист. Ты чего делаешь? Нас же видно. Отпусти лист. Опусти лист, отпусти лист. Не ной, бежим прятаться. Сюда, пупсик. Кузя, вот ты где, я тебя нашел. Прячемся. О, сюда, пупсик. Пум-пурум, пум-пум-пурум. Ну, вот и все. Некогда нам. Погодите-ка, голубчики, куда это вы собрались? Играть? Да, в прятки. Ах, играть. А я тут уборку делал. Заканчивал, знаете ли, уже. Ну и не будем вам мешать. Мы уже уходим. Нет. Почему? Потому что прежде чем войти, нужно было постучаться и спросить разрешения. А вы ворвались без стука, все опрокинули. Смотрите, какой беспорядок. Теперь вы должны за собой все убрать. Давай, Пупсень, бери тряпку. А? Собирай воду. А ты, Пупсень, поднимай лестницу. Пупсень, возьми тряпку двумя руками и собирай воду, а не размазывай. Выжимай в ведро. А ты не стой, Пупсень. Возьми швабру и помоги брату. Ой. Ай! Ах ты так! Получай! Ай, оп, ай. Не отвлекайтесь. Продолжайте уборку. Дядя Шнюк, кажется, все. Можно мы пойдем? Ну, пожалуй, все. Можете идти. Но в следующий раз, прежде чем кому-то войти, постучитесь в дверь. Запомнили? Да, да, да. До свидания, дядя Шнюк. Так вот где вы прятались. Я бы никогда не догадался там вас искать. Какие вы смелые! Да, молодцы! Но мы уже наигрались в прятки, и теперь идем к Лунтику пить чай. Идемте с нами. Да, да, идемте. Я первый. Нет, стой! Стой! Стой, подожди. Подождите нас! Не открывайте! Да-да. Можно войти? Входите. Какие вы молодцы, ребята! Постучались и спросили разрешения войти. Садитесь к столу, давайте пить чай. Так гусеницы надолго запомнили, что прежде чем войти, нужно постучаться.